Короче, открываю я как-то Инстаграм, и мне Димон пишет. Говорит, там тебе идет посылка, что там я тебе не скажу, вот tracking, и все. То есть безоговорочно, так сказать. Я же обычно начинаю отказываться, ну неудобно мне, потому что знаю, вы отказываетесь, когда я говорю, давай я хоть оплачу пересыл, мне так посылают. Ну Димон мне вот прислал, Димон это, кстати, кто не знает, это человек, который работает на Укрпошта в Киеве, и он мне прислал, ну кто не видел, прислал мои такие исторические марки. Вот. И он мне прислал посылку. Что в этой посылке, я не знаю. И сейчас с вами вместе мы быстренько раз это самое. Я не помню, как я эти марки распаковывал. Украинскую мовою чи мокшанською, але це відео буде російською мовою. Потому что вроде как не гитарная, мы с вами гитарную делаем. Это. Ну, знаете что? Мне еще пацаны присылали. Спасибо большое, конечно, пацаны. Но там какие-то уже есть такие интересные. Я вам советую. Берите вот эти вот все коллекционки, которые кажутся, что они сейчас не очень коллекционные. Это ж такая сейчас пора, что все то, что у нас сейчас нет, допустим, там с других исторических событий. А сейчас у вас есть возможность, там вот тут даже выпускают брелки там со сбитых вертолетов россиянских и так далее. То есть это так. Все, я уже открыл. Дякуємо, еще выбрали доставку Укрпоштою. Укрпошту мы. А! Видели, как это директор Укрпошты троллил россиян. Кстати, россияне, вы знаете, что Москва ваша принадлежит Укрпоште. Укрпошта провела референдум. Абсолютно идентичный референдум, как вы и ваши недоразвитые мамки вместе с вашими правителями провели вот этот референдум, который присоединил территории. Ну и как оно там, территории присоединяются? Хорошо, россияне, напишите в комментариях от 0 до 10, как вы оцениваете вашу присоединялку новых территорий? Там у меня что-то готовится, поэтому шум такой будет. Потому что позавчера, как я говорил на стриме, нет, 2 дня назад лиман был украинский, не, подожди, он был захвачен, оккупированный российскими войсками украинский город. Потом аннексировали эту территорию. Стал российский красный лиман. А уже вчера он опять стал украинским лиманом. То есть вы, россияне, получили с самой тряпкой, красиво, четко, на вашей территории, ваших военных убивали беспощадно на территории вашего русского города. Как оно вон там? Как оно? Как там новые территории присоединяются? А дальше будет больше. Мы с вами будем следить. Так что подписывайтесь, россияне, на канал Гитарные истории, и мы будем следить, как дальше будет проходить ваша присоединялка. О! Что это у нас пришло? Это книжка. Русский военный корабль. Ну, книжка с... А! Поштовые марки краины военного часу. Подожди. Это про марки книжка. Тут у меня есть оригинал. А тут поштовые марки Украины военного часу. Русский военный корабль. Ага. О! А, это альбом для марок. Тю ты, блин. Каналу Гитарные истории. Пес Патрон. Каналу Гитарные истории від друзів з Укрпошти. З вдячністю за україномовний контент та підтримку України. О, блін, треба було. Це треба було робити українською мовою. Українською мовою ми будемо робити гітарний контент, як я вам вже обіцяв. Це відео потрібно було зробити українською мовою, але ми дадим росіянам послухати теж. Пес Патрон, открытка. Ну что, спасибо. О, подождите, спасибо.
У меня тут марки есть. Димон мне марки, оригинальные марки прислал. Короче, с меня Димон делает филателиста. Или как там, кто там? Да, нумизматы и филателисты. Я их путаю все время. Украина, Мрия. А, это марка Мрии. То есть самолет, самый большой в мире, который под аэропорт, как Гастомель, в аэропорту Гастомеля орки разрушили полностью. Ну, на то они и орки. Ничего. Они за все заплатят. Заплатят всеми способами оплаты. Материальными, психологическими, физическими и так далее. Потому что они получат то, что они заслуживают. У нас есть самолет Мрия. Бля, блин, с конвертиками совсем. Так. О, тракторные войска Украины. Марка. Димон, спасибо. Дякую, Дмитро. Доброго вечора, мы из Украины. Тракторные войска Украины. Я, наверное, сюда фотки буду просто вставлять, потому что и с конвертом. Кстати, конверты, на всех конвертах приклеена марка уже, то есть я могу отослать, но это я не буду делать, конечно. Доброго вечора, мы из Украины. Перший день премьер Джобу. Украинская Мрия. То есть конверты с маркой. Да ты чё, это ж эксклюзивы, ля какие. Вільні, незламні, переможні. Це марка Україна. Марка просто воїну ЗСУ. Так, блін, я не знаю, як їх сюди вставляти. Я ж по-любому нумізмати знаю, як ці штуки оттопиривать. У меня уже марок, ну, слышишь, это будет исторический альбом марочный, вы поняли? Это ж не просто так, не жук лапкой. О. Все исторические события. Я вам только что говорил, берите это все. Так, ладно, сейчас я потом уже. О! Пес-патрон марки. Я сюда буду фотки вставлять, подожди. Да, не будет. Пес-патрон. Четыре разные марки ПСК. То есть патрон, писающий на российскую ракету. И... Ой, да. Все, да. Самые главные военные марки. То есть Димон мне уже начал, так сказать, коллекцию. Рокки, ты мне своим носом вот этим мокрым. Димон начал мне коллекцию поштовых марок Украины военного часу. И это будет бум. О! Блин, а как? Теперь вот эти вот надо высунуть и сюда вставить. Ну ничего. Меня что Димон присылал. То есть это когда вот узнаете, как эта марка вышла и потом потонул этот вонючий военный корабль. Буквально там через неделю. И ажиотаж на них случился, я не мог нигде найти. Даже пацаны там ходили, пытались мне купить, в очереди стояли, они закончились. А Димон выслал мне все. И русский военный корабль, и русский военный корабль, все. Вот такое. Ну, спасибо огромное, Димон. А, что еще сказать? Это, конечно, это все исторические моменты. Я вам всегда говорил, что вот эти вот все моменты, которые мы сейчас с вами переживаем, я вам говорил, это исторические, это абсолютнейшие исторические моменты, которые будут на века. Все, это уже запечатлено на века. То есть, это, кто его знает, куда это все приведет, может даже к развалу России. И когда будут люди говорить, как развалилась Россия. Ну, вот был там один такой плешивый. Решил рыпнуться он не на ту страну. И получил. И получил так, что все, вот теперь мы вот тут, ну, видим вот эти вот образования. Это все случилось из-за того, когда распадалась Россия. А Украина будет великой страной, великой европейской, ну как великой. Украина и есть великая страна сейчас, но это будет европейская страна, страна для жизни, страна для людей, для украинцев. То есть страна там, где можно жить, где можно работать, где можно заводить семьи и так далее. Не вот эта мордорская непонятная со сталактитами из говна, которую они называют Россия. И Украина сделала правильный выбор, пытаясь как можно дальше от этого всего уйти. Слава Украине, героям слава, верти ЗСУ. Про Лиман хорошие новости, но мы ждем. Ждем. Нам нужно деоккупировать все пять
областей Украины. Вам нужно. Я просто так вместе с вами радуюсь. Луганскую, мою, Донецкую, Харьковскую, деоккупировали же, Херсонскую, Запорожскую и Крымскую. Крымский полуостров. Іншим богам своїм за нами є воля і єдність народу скрізь, тож би хадаби, ката не помились. Хто смерть нам несе, з одна отримає нашу злість.